В прошлом сезоне говорили с вами о том, какие порой слова произносим мы в сердцах. И если уж попался кто под горячую руку, то посредством богатого нашего родного русского языка изъясняться можно долго, разнообразно и весьма убедительно. То же касается не только, скажем так, обидных слов и выражений, но и угроз. Пригрозить в русском языке можно по-разному. Из вариантов, например, такой оборот: «костей не соберешь», дескать, получишь так, что мало не покажется. Чтобы разобраться в происхождении этой фразы, обратиться нужно к мифическим и религиозным представлениям о мире и человеке. Так вот, согласно многим верованиям, если тело человека после его смерти не предать земле, то душа его никогда не успокоится. В Илиаде Гомера появляется это выражение. Речной бог Ксанф грозит грекам утопить героя Ахилла, занести его песком, илом и камнями так, что костей его греки не соберут. А учитывая, что в загробную жизнь в те времена верили свято, это было страшной угрозой. Ведь душа должна покоиться с миром, а без предания тела земле это считалось невозможным, а потому даже своим врагам древние не могли отказать в обряде погребения. Вот такая история. Надеюсь, нам это грозное высказывание не пригодится, но в случае чего будем знать, откуда ноги растут.